Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик» и с вами Евгений Филимонов. Сегодня мы продолжим тему размножения стелющегося можжевельника отводкой. И сегодня я покажу то, что мы как бы размножили за год. Я снимал видео по поводу, как нужно размножать отводкой можжевельник. И видео будет в подсказках, и вы можете ознакомиться с ним. Можжевельник мы выбрали зеленый ковер, Green Carpet. Вот здесь можно видеть, вот мы его прикопали. Вот от этого ствола. Вот он ствол. Можно видеть его. Вот он ствол. Сейчас мы его обрежем. Вот он сам можжевельник. Ну, в том видео вы можете полностью подробно ознакомиться, как я это делал. Хоп, обрезали все. От маточного растения обрезали. Вот он сам по себе. Можно оставить так порасти, но мы сегодня, нам нужно убедиться, какая корневая система там, и пересадить его. А корневая система тут должна быть нормальная. Вот мы разбираем. Корневая система у него, вот тут даже с веточками. Он зарыт. Ну вот, да? Вот видите, это корни, вот это корни, все это корни. Ну, можно обрезать чуть-чуть его. Опять пошел дождь, но ничего. И сейчас мы его просто закапываем. Ямку сделали. И теперь он будет жить своей жизнью. Вот так. Ну, корневая вы видели, да? Вот корешки новые, белые. Все, корней хватает. Там главное, чтобы 2-3 корня было, остальное он пойдет однозначно. Год назад я снимал. Вот это вот, чтобы тут не подгнивало, можно отодрать все. Оно тут не нужно. И вот это вот. Вот корешки. Видите? Все они пойдут и благополучно будут жить. Закапываем так, чтобы он ровненько стоял. Все. Делаем поливочный круг. Придавливаем хорошо. И поливаем. До тех пор, пока вода стоять не будет. Ну, дождь прошел. В принципе, вода уже стоит, сейчас уйдет. Посмотрим. Вот она раз ушла. Опять ушла. Да, поливать надо много, особенно в южных регионах. Поливайте постоянно. Хоть и прошел только что у нас дождь, земля сырая, но поливать надо. Ну, всю лейку, считайте, нужно вылить. А хвои, ну, уже можно видеть, что она меньше уходит, но все равно уходит. Ну, где-то можно даже попридавливать. Ничего страшного не будет. Только аккуратно. Придавили, она уже, конечно, меньше уходит.
Сейчас она вот постоит и уйдет. В принципе, на этом все. Вот здесь я еще хочу вам показать. Здесь можно отводок сделать довольно много. Вот эту веточку можно. Но ей надо подрасти тоже. Где-то здесь обрезать. Эти забрать на черенки. А вот это все опять можно размножить отводкой. И довольно много тут таких веточек, которых можно размножать. Вот здесь веточка, вот она почти в земле. Можно прикопать ее, и вот такой можжевельничек получится. То есть, ну, здесь он будет находиться где-то примерно до осени. Осенью я его, скорее всего, пересажу. Пересажу, поэтому, ну, этот способ, конечно, долгий, но зато вариант размножить можжевельник для себя, 2-3 можжевельника сделать не проблема. Любой стелющийся можжевельник можно так сделать. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. И вы были на канале питомника «Хвойный дворик». До свидания.